Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами, Марина. Сегодня мы готовимся к празднику Рождества Христова. Картофель буду запекать в духовке. Уже лук обжарил на сковороде. Сейчас я перемешаю все. Залью также специями, также мятными травами, душистыми травами собственного приготовления. Вот, и в духовочку. Духовочка уже у меня разогрелась. Так, сейчас я соль, вернее, несу лук, который я обжарила уже здесь. У меня добавлена также вот эта приправа картофельная. Вот. Сейчас я вот так все это размешиваю, мои дорогие. Хлопот очень много к Рождеству, так же, как и на Новый год. Но на Новый год, как говорится, был пост. Сейчас уже поста не будет. Вот. Так что... Так, мы вот размешиваем хорошенько вот так. Размешали, добавляем еще сюда маслица чуть-чуть сливочного. Такой кусочек масла сливочного я сюда бросаю, дорогие мои друзья. Вот такой кусочек масла сливочного мы ложим посередочке. При температуре оно разойдется, там разогреется. Вот. Так, надо немножечко подсолить. Хотя я лук солила, но чуть-чуть. Прям вот так вот, капельку. Все, больше не надо. Так, что мы еще? Базилик, укроп. Достаем, вот он у нас рядышком. Так. И это у меня укроп. Вот так. Собственного приготовления укроп, мои дорогие. Так, и чуть-чуть базилик. Это все запекается в духовке 230 градусов. Вот так. Так. Если кто-то хочет поострее чуть-чуть, можете вот так перчика чуть-чуть добавить. Это все на любителя, опять я говорю. Каждого вкус свой. Итак, мои дорогие друзья, заливаем молоком. Можно хозяйское молоко фермерское взять, можно магазинное. Но я сегодня не ездила никуда. Так что заливаем магазинным молоком. Хорошо, конечно, лучше фермерское, как говорится. Да, вот так вот полностью скрываем и ставим в духовочку. Вот, готовить. Так, сначала я накрою фольгой, не фольгой, а бумагой. А потом я уже, когда будет оставаться немножко времени, там где-то минут 20-30, минут 15, может 20, я открою эту бумагу, и чтобы она румяная была. Бумага пекарская, накрываем, и все, и ставим в духовку. Здесь у меня мой пирог, который я уже испекла. Вот, видите, красавец. Также там у меня курица, запеченная в духовочке, мои дорогие друзья. Вот она. Сейчас я поближе. Вот она, красавица. Я запекала в духовочке. Добавляла немножко укса базилического. Чуть-чуть. Бальзаматического. Сейчас, секундочку. Бальзамического уксуса чуть-чуть добавляла. Прям вот чуть-чуть. Полчайной там капелька была. Полчайной ложечки. Ну, все это зависит от вкуса. Вот. Я чуть-чуть добавила все это. Специи здесь. Куркума. Карри. Дальше у меня... Острый перец, все по вкусу.
Все я напишу после, что мне было добавлено. Вот. И также у меня был сделан свой майонез из горчицы. Я с добавлением горчичный майонез собственного приготовления вычитала в интернете. И я все это сделала. Немножечко его добавила. И уже пробовала. Вот так вот. Вкусно очень. Вот. Так что это мой первый опыт с горчицей. Вот соус сделала. Мне понравился. Такое у меня вот горчичный. Масло подсолнечное здесь, яйца. Вот такой вот вкусный. Вот так. Все это я сделала. Можно найти на просторах интернета, как делать такой соус. Пироги уже несколько отдала, ребят, ребятишки ходили. Вот. И вот такие печенья. Фунтик, отойди, котенок мой. И вот такие печенья я делала. Лимонные, вкусные печеньцы, очень вкусные. Собственно, мультипекарь своей любимой, она мне очень помогает. Вот. Все, готовимся к празднику, Рождеству Христову. Поздравляю всех своих подписчиков моего канала. Всех поздравляю с праздником Рождества Христова. Желаю здоровья, прежде всего, дорогие мои друзья. Здоровья, благополучия, всего-всего. И настроения, чтобы было все хорошо. Итак, с праздником всех вас, мои дорогие друзья. Ну вот, вот эта картошечка у нас запеклась, вот такая получилась. Такая картошечка получилась. Все молоко выкипло. Видите, такое прям вкуснотища. Так что, кому понравился такой рецепт, делайте. Мне лично нравится запеченные в духовочке картофель. Я и также еще, у меня запах невозможно пройдет, вкуснотища. Также мне нравится еще, когда я делаю картошечку в мундирах. Я не чищу ее. Сейчас я еще раз ее посыплю. Так, укропчиком посыплю. Сейчас покажу вам, дорогие друзья. Так, укропчиком посыпала, вот он, видите, вкуснотища. Очень вкусно. Мне нравится. Спасибо за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Поздравляю всех с праздником Рождеством Христовым. Всем желаю здоровья и счастья. Будьте здоровы. Благополучия. Всем-всем. Печенье лимонное. Сделано в мультипекаре. Рецепт взят из книжки. Редмондский мультипекарь. Вот такая красота. Я уже делала ее несколько раз. Все, пока-пока. Счастливо всем. И будьте здоровы. Еще раз с праздником, дорогие мои друзья. И подписчики моего канала. И все жители планеты Земля. Будьте здоровы.